то, что в Узбекистане начинает зарождаться опять космическая тематика, это мне, вы не понимаете, не представляете, как мне приятно это слышать, поскольку все-таки были традиции очень, очень интересные. Взять грунтозаборное устройство на Венере, на Луне, на Марсе, где они были изготовлены и испытаны. Ташка Б, да? Ташкентский, да. Шапкат. Конструкторское бюро. Дальше. Это кто первым пробурил Луну? Мы. Грунт забрали на глубину 2 метра, да? Вернули сюда на Землю автоматом. Параллельно американцы пытались, но у них получилось 30 сантиметров максимум. И то помешали все. А у нас бур. Где сделан? Ташка Б. Испытан где? Паркенте. Поэтому есть традиция, есть чем гордиться. Но новые времена ставят новые задачи, новые условия. И поэтому я думаю, что найдутся энтузиасты, найдутся новые конструкторы, найдутся светлые головы. Ставьте задачу, начинайте решать, получится, получится. Ошибки будут, но надо грамотно, спокойно к этому относиться. Особенно у руководства. Так не должно быть каких-то больших колебаний. Надо, значит, надо. Удачи. Спасибо большое. Спасибо. Побольше толковых учеников. И спасибо. Все получится. Спасибо огромное.